А кто руководитель? Алексей. Который ругался? Седьмой номер. Весело прошла игра между командой НПЦ «Лидер» и «Марка 88». «Лидер» доигрывал втроем. Из приехавших пятерых много народу не было. С нами игрок, не помню, как зовут, представьте, пожалуйста. Андрей, Ворон Андрей, НПЦ «Лидер», под шестым номером бегаю. Под шестым номером, да. Слушай, что с вами случилось? Где люди? Что произошло? Люди на отдыхе, скорее всего. Хотят отдыхать от баскетбола, готовиться к серьезным турнирам, более глобальным, где побольше возможностей может показать, проявить себя. А здесь как такой перевалочный пункт в этом межсезонье, как сказать. Тренировочка небольшая. Вот. Мы непосредственно хотели все же играть на игры ЦО баскетбол, чего не получилось, из-за неявки полностью состава, скамейки сами эти пустуют. И то с горем пополам даже втроем добегали. Да, ну вы, собственно, играли в свой стандартный баскетбол, да, просто он изобилует фалами. Немножко переборщили. Есть такое, да, перегорели, как говорится, в начале первой четверти. Да, Анатолий прям вообще очень много сразу набрал. Не буду говорить про судей ничего, просто сам факт, очень много такого тоже, знаете, чисто случайности. Спорта. Да, как бы. Ладно, там в третьей-четвертой уже там набрал, там сел, согласен. А здесь прям в первой, это что-то еще. Руководитель ваш, да, завелся? Ну, как правило, директора, они всегда эмоциональны, сами понимаете, все-таки ответственность большая, да, то есть марку держит первое лицо в компании, и поэтому начал. А в компании должность какая? У него? Да. Директор, если не ошибаюсь. Директор? О, ну тогда много объясняешь. Вот о том и речь, то, что как бы, мне, чтобы не упасть грязь лицом, нужно показать свое имя, а они немножко, наверное, не... Понятно. Откачаю. Ну, слушай, мы с вами прощаемся, да? Что в завершение можно сказать? Как турниры, как организация? Хорошо, но в зале душно. Душно? Да. Ты в других не был? Ну, поверь мне, много я уже играл. Спасибо. Да, давай, удачи. Спасибо.